Блин, я подарю себе книжку раскопусти. Так, все херня, давай заново. Да ё-моё, ты там запишешь, ты не можешь включить. Я включил, но она неправильно записалась, поэтому я новую запустил, поэтому... С какого момента начать? С самого начала, брат. С момента, как мы начали удивляться, что это возвращение на Green Tech, то, что будней не было больше месяца или меньше. Вау, короче, вроде месяца точно не было. Это вообще... Это что, бублик? Это я? Вау. Это я. Это он. Вот. У нас сегодня два. Без Егорчика мы сегодня. Вот. Вы были кинуты, причина чит. Дмитрий. Давай. Основаниями давай. Для предъявления сотрудникам требования об остановке водителям транспортного средства являются и целый перечень причин, в которых нету причины проверка документов. Проверка 13. Документов на право пользования и управления транспортным средством, документов на транспортное средство и перевозимый груз. Проверка. Хорошо, я тебе показал, я тебе права показал, что еще хочешь. И все. Если у тебя все в порядке, я тебя запускаю. Это вот так вот работает. И это при мы этом вырежем. Ой, а я боевку одел. Мне можно боевку одевать? Да, вулкан идет. Заебали вы со своим вулканом. Короче, всем здорово, народ. Вы на канале Бублик Channel. Я не помню. А я не знаю, я в этот момент ставлю про то, что я вернулся или. Короче, возвращение на Green Tech. Месяц не было будней ДПС, и вот я наконец-то снова здесь. Значит, с нами сегодня Дима. Это Дима, да, вот он. О, вот он меня ждет в моем автомобиле. Почему-то за рулем, но ладно, это ненадолго. Будни, у нас с вами будут сегодня, я думаю, погони. Конечно, было бы неплохо, если бы у нас сегодня были погони. Если бы у нас не было погонь, было бы плохо, я считаю. Так, анти-лейзинг, нужно галочку поставить, тогда у нас будет. Стой! Это моя превьюшка. Аккуратно, там едет такси сзади, аккуратно. Я стою на дороге. Ну так, в этом и проблема. Все, продолжаем. Так, ребята, это проект Green Tech Roleplay. Ссылка на проект будет есть. Какая машина из наших? Это? Нет. Нет. Понял. Ссылка на проект будет в описании под роликом. Обязательно переходите, регистрируйтесь, скачивайте, начинайте развиваться вместе со мной. Вот. Также при регистрации вводите мой никнейм Адамс Манчини. Вот так вот он выглядит, чтобы получить 100 тысяч при достижении 5 уровня. Так, мне нужно ники включить. Name on. Все, мы продолжаем движение. Что ты мне... А, это ты то, что ты мне хотел сказать, да? Ну, вообще, да. Что-нибудь хорошее. Второй момент. Сказал, хоть раз. А вот теперь начинается хорошее. И, значит, я, будучи человеком, ознакомился со своим последним роликом на Green Tech Roleplay. Ага. Сказать, что я был поражен, ничего не сказать. Почему мы повернули налево с крайней правой? Потому что, ну, мы прокуроры. Окей. Ладно. Ну, так ты говоришь, нарушения не было, я тебе говорю, нарушение КОАПа. Хорошо. Нарушение КОАПа было, допустим, они меня остановили. Нету ГИБДДшников, зачем меня держать? Нет, это другой вопрос. А подашь, это другой вопрос, а ну-ка отвечай. Я тебе говорю про то, что... Так исторически сложилось. Вот и все. Вот так. Я тебе говорю про сам факт твоего недовольства. То, что они делали так, ну, бог им судья. А я тебе говорю, потому что я считаю, что ты так не делал больше, чтобы у тебя не было потом вопроса. Я буду говорить, что это на НРП. Какой важный курица. Ладно, что мы встали? Я пытаюсь настроить ЕНБ так, чтобы мне не лагало. Кстати, ребят, я не знаю, как будет идти у вас запись. Если она будет подлагивать, сорян. Потому что я сейчас тестирую вот эти настройки ЕНБ. Я не знаю, у меня ОБС как-то странно себя ведет. Я его ненавижу всей душой. Конченная программа, абсолютно вообще не советую. Если у вас нет вебки, то лучше пользуйтесь Shadowplay'ем. Как ехать. Вот. Поэтому, если будет подлагивать, сорян. В следующих видосах точно не будет, потому что я проверю это тестово. Так, нам нужна погоня, товарищ. Флаг тебе в руки, пожалуйста. Найдешь, буду рад. Не слышать ничего из-за музыки в автомобиле. Ну, флаг тебе в руки, конечно. Ну, подожди. Вот теперь ты можешь включить. Вот, правильно. Чтобы он слышал. Вот так, я с ним сравнял. Ну там. А, ну все, он уже. Погоня! Ну я с ним сравнялся. Ну, это он уже. Давай. Это он не мог не видеть. Это он не мог не видеть. Останавливаемся. Вот теперь мог. Перед ним стой. Перед ним встают только вообще-то индейцы. Встают всегда за машиной. Да. Иди давай.
У тебя, кстати, бронежилет какой-то дурацкий, но у тебя слезает со спины. Большого размера. Пузатый инспектор для меня и выносил. Этот? Хотел пошутить, но потом вспомнил, что нельзя над начальством шутить. Если мешаю, сорян, если не трудно, передай мне привет. Смотрю с провинки. Самуэлю Громову привет. Ты его отпустил? Угу. А ты даже деньги с него не взял? Нет. Я что, взяточник? Ну да. Вообще да, но нет. Но не на видос, да? Не сегодня. Никто не хочет пролететь на красный, чтобы я за ним погоню устроил, чтобы он знал. А как только ты на сервер заходишь, нет? Да, вот реально, ни КСВ, ничего. О, какая-то фултонер. Нет, не фул. О, семерка, по-моему, фултонер. Разворачиваемся? Ну, давай. Он, по-моему, без тонировки. Без тонировки. У него номеров нет. Поехали дальше. Да, он заглох его жалко. Да нет, он заглох, а вот что. Второй уровень не будем трогать. За рулем ходы уличный гонщик. Любит погонять. О, давай. А мы любим уличных гонщиков. Какие-то тонировочные войска, а не полиция. Реально, главный растонировочный. Но новый батальон нужно создавать. ОР. Подожди, ё-моё. Да чё Р? Там нет Р. Отдельный. Батальон Б. Отдельный растонировочный. Нет, это не звучит. Надо снять тонировки. Отдельный батальон, кстати, от тонировки. ОБСТ. Ну, допустим. Ну, ладно. Ты что, слитно написал? Ты что, совсем? Дима, ты что? Господи, ты у нас из-за нон-РП теперь шаришь, из-за орфографии шаришь. Ну, ты вообще, ты бы еще тся-тся с мягким знаком и без путал. Ну, ты вообще. Ну, все. Да что такое? КСВ! КСВ! У, пошел в жопу, говори, всего вам доброго! Перекидывай. Что он тут не увидел? Кого видим? Прям за Сильвией. Номерные знаки Елена 777. Катя... Катя принято, приняли, наблюдали такую... Едете где вы, блядь? Потеряли ее, потеряли около... Около ТЦ, скорее всего, где-то там потеряли. А, да, вон, наблюдаем. О, по трассе Резамаса на шан, идем правую руку. СП-5 прошли. Это будет Красная Сильвия, С-15, номера Екатерина, 777, Константин, Харитон. Регион 77-й, да, один да, человек в салоне. Останавливали ранее уже. Наблюдаем. А, поправка. О, Егор. Да, Артём. Привет. Нет, не он. Подождите, стойте, это сейчас. Он. 55-й айдишник. А если не по айдишнику смотреть? Так у него 35-й, не 55-й. 35-й. Сейчас скажу точно. Да, это он. Так вы же его останавливали. Ну, останавливали. Но он же не вышел из машины. Мы же не можем знать то, что это он именно. Ильяс. Сейчас, минутку. Как мы будем это играть? Так если они его опоздали, может, мы поедем? Ну, подожди. Раз. Надо же как-то вывести его на чистую воду. А кто-то видел, как он из машины выходил? Нет. А? Нет. А, ну. Нет. Тогда удачи вам доказать. И он пешком шел. Погорели. Может, там где-то машина? И мы под ледом в гараже поставил ее. Который сзади? Скорее всего. Окей. Ну, он вот здесь, вот где он сейчас и стоит, он примерно здесь мы его и стопнули. А мы можем зайти в этот гараж как-то, или только он может? Ну, это будет ВМГ. Ну, хотя... Нет, почему? Так у нас есть подозрение на то, что сейчас же никто не знает, ну, где машина, и у нас подозрение на то, что она в гараже. Мы его попросим пусть открыть гараж. Гараж, показывает. Да, открыть гараж, и все. Окей, ладно, это не сейчас. ВМГ. У вас прорисовалось это? А под... Нет, а, значит, он не синхронизируется. Че, там машина стоит? Артём, просто подойди ко мне. Слушай, может скажем ему, ребят? Пацаны, а что это такое? Отойдите. Отойдите, что делаешь? А он типа по РП не открылся, что ли? По РП нет, еще по РП нет. А почему нет, если он открылся? Типа, видимое действие. Ну так я же его не открывал. Так действие видимое, он может работать на этом. Ну так у тебя-то не было видно. Так, а если он на датчике работает? Тогда, ну на датчике, это видимое действие, это не надо отыгрывать. Так ну, это не надо это отыгрывать. Это не отыгрывается, оно автоматически твой гараж. Ой, что тут? Давай мы скажем, подожди. Товарищ, мы, кажется, вашу машину нашли. Едем.
Работает. 6 литров, конечно, блин, надо заправиться. Я думал, там 20, по крайней мере. Ага. Ой, так, ну КСВ есть, все, цель ролика выполнена на самом деле. Еще и смешной момент, кстати, оказывается. Да, да. У нас на самом деле. В общем, друзья, спасибо за просмотр. Так вот, Дмитрий хочет избавиться от меня поскорее. Да нет, 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 нет. Но следующий ролик мы посвятим полностью тому, что я буду регулировать движение. Ну-ка, сколько аварий я создал. Просто стишок назови мне про регулировщика. Ой, блин, если палка смотрит прямо, не бойся, что-то там. Если палка смотрит в нос, иди в жопу, альбатрос. Я не помню. Этот. Учу больше зрителей наших дорогих, а не тебя. Запоминаем. Если палка смотрит в рот, делай правый поворот. Если палка смотрит влево, проезжай как королева. Если палка смотрит вправо, ехать не имеешь права. Грудь и спина для водителя стена. Вот так вот. Я так и сказал, только на русском языке. То есть смотри, смотри, учу, ага. учу. Давай. Смотри. Смотри. Допустим. Не-не-не-не, сиди там. Понял. Там сиди. Вот так вот. Все это стоят. Все стоят. Все стоят. Я знаю. Правильно. Да. Допустим, вот так вот. Это все стоят сзади и спереди, едут только справа и слева. Не, а ты знаешь, как говорить? Вот ты водитель, вот я вот так стою. Что ты делаешь? Я стою. А вот так вот? Я могу ехать только прямо и направо. Окей. Допустим, вот так вот. Я стою. А что у тебя вправо? А, да, ладно. А вот так вот? Я только направо еду. А вот так вот? Во все направления еду. Ну ладно, собака, сдал. Я тебе говорю, я знаю правила, ты мне не веришь. А я знаю, я молодец. Короче, ребята, все, на этом ролик будет подходить к концу. Всем спасибо огромное, кто смотрел. Это был проект Grintage Roleplay. Это были будни ДПС, а с Бубликом и Дмитрием. Буниным. Подожди. Ага, жду. Во, все. Все, на этом заканчиваю. Всем до новых встреч, всем удачи, всем пока. Пока.